дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Мы сегодня вместе с вами продолжим строить прикольные пузырчатые вертолеты и сражаться против вражеских вертолетов. Битвы будут эпические, смешные и угарные. Но перед тем, как мы начнем, ты, бро, должен успеть поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Приступаем. Это у нас Android игра под названием Drawfight 3D. Мы с тобой уже играли в нее в прошлом ролике. Мы скрыли здесь скины, открыли шарики. Изначально у нас вертолет был такой вот синенький, теперь он желтенький. Также есть здесь, ребята, и другие такие вот прикольные шары. Здесь есть разные скины для нашего персонажа. Был у нас простой желтый, теперь, ребята, у нас чувак крутой в очках. Сегодня же мы будем проходить уровни, и я думаю, что мы будем побеждать. Давай мы сразу, ребята, строим вертолет. Сверху еще сделаем пузыри. Вот так вот, больше пузырей, ребята, больше! Мы можем поставить пушку сверху, а пилу снизу. Это будет наш прикольный вертолет. И с пушкой, и с пилой. Посмотрим, что же враг против нас. Враг на нас атакует. У него, ребята, две пушки, я две разбил. Все, вражина, сейчас тебя распилю. На! Чик-чик-чик, наша пила все пилит. Я создал безумную вертушку. И это был у нас 12 уровень. Открыл новый прикольный цвет, снаружи голубой, а внутри темно-синий. И мы сейчас с вами построим вертолет, который сразится с врагом. Я хочу сделать супер бронированный для того, чтобы просто тараном уничтожить врага. Для этого надо побольше брони спереди, все в броне. У нас уже есть одна пушка внизу, но мы не можем пойти в бой, если не поставим другие пушки, которые у нас тут есть. Так что мы ставим пилу, а также еще пушечку. Вот это у нас бронированная вертушка. Давай летаем против врага, ну иди сюда, сейчас мы тебя чикать будем. Давай, чик-чик-чик, у него одна пушка, у нас много, сейчас мы затараним его, да! Вот так вот за секундочку, ребята, мы все тут распилили, при том, что у нас вертолет и не прокачан. У нас есть три ключа, давайте мы наугад что-то откроем, я даже сразу выбрал новый скин. Я в шоке, теперь у нас будет робот, круто же! Также мы открыли премиум скин, смотрите, теперь какой-то робот сидит вместо пилота. Вообще прикольно. У врага, мы видим, будет пила, а также ствол еще один. У нас просто маленький робот такой. Ну что ж, давай мы, ребята, нашему роботу тут сделаем вот такую вот броню, чтобы вертолет был какой-то длинный, необычный. Такой вертушки еще никто не видел, смотрите. Он супер длинный, прям кулак огромный. И много стволов подцепим. Вот сюда ствол, внизу ствол, который будет телепаться. Это наш вертолет. Я в шоке. Враг тоже в шоке. Давай мы будем его таранить. На, он хочет нас запилить. Но у нас много пушек. Мы сразу ему все отстреливаем. Мы все ему уничтожили. Сдавайся, ты красная вертушка. Ты посмотри, какой бешеный вертолет у нас. Вниз опускаемся. Давай еще, давай атакуем. Давай, мы тебя просто захватим. Берем на абордаж. У нас текстуры растянулись. Против нас сверху какой-то антидед. У него и пила, и ствол. Ну что, давай мы сейчас его уничтожим. У меня план сделать необычную вертушку. Вот такую вот. Простенький, но очень много у него будет брони. Просто наш водитель будет в коконе. Смотрите, все в пузырях. Такого вертолета еще никто не делал. Мы первые. У нас даже водителя не видно. Я не знаю, как он будет смотреть вперед. Может быть, у него какие-то камеры. Давай, летим. Он нас по-любому, ребята, захочет пилить и приблизиться поближе. Нам надо подальше от него держаться на расстоянии. На, пушку отбили мы его пилу. Что, боишься нас? Давай, давай. А почему у меня пропеллер сзади крутится, а у него вообще не крутится? Видите, вообще ничего не происходит. Тоже крутится. Настреляем, берем на таран. Да-да, пыдыщ. Просто ему пушку в лицо. Я говорю, давай, сдавайся. И уничтожили врага. Против нас какой-то Церберус. Давайте мы тоже сделаем какой-то вертолет прикольный. Хочу сделать плоский. Такого еще точно никто не делал. Но надо сверху лопасть хорошо забронировать и внизу, чтобы это все не отвалилось. Смотрите, какой. Вообще непонятно, что это. Сверху делаем пилу, а снизу пушку. Вот так. И все, мы сейчас уничтожим врага. У него всего лишь одна пушка, а у нас две пушки плюс пила. Я не знаю, почему мы реально такие крутые.
игра как-то не совсем сбалансирована, потому что мы без прокачки в легкую побеждаем врагов. Я даже не прокачиваю здесь никакие параметры, ребята, внизу, ну потому что мы и так побеждаем. Давай тихонечко его попытаемся распилить. На! Что-то подвисло, и мы за секунду его уничтожили. Нашего персонажа, робота, даже и не видно. Я открыл рандомный скин, теперь у нас персонаж какой-то цыпленок или петух, или курица, не знаю кто он. Это у нас классический скин, а робот у нас был рандомный, не знаю как он вообще у нас выпал. Но робот мне не сильно нравится, потому что он какой-то маленький. Давайте мы этого цыпленка выберем. Также у нас есть другие скины, которые мы можем здесь открывать. В прошлой серии мы с тобой выбивали, чтобы все шарики были из тыквы. Давай выберем здесь что-то новенькое. Открыл такой вот новый скин для наших пузырей. Теперь они то ли темно-синие с каким-то розовым отливом. Короче, сейчас мы должны уничтожить врага. Я вижу, что там мистер какой-то с пилой спереди. Но у нас цыпленок реально сможет его победить. Я вижу, что у нас тоже будет пила. Но если будет пила, значит, давай мы просто здесь поставим немножко пузырей. Ну давай еще пузырей. Почему оно не рисует? Ладно, давай пилу поставим. У нас пузыри почему-то закончились. Там же еще много пузырей было. Вот, ребята, я против врага. Ну давай сейчас. Воблер цыпленок против тебя. Я тебя не боюсь. Он хочет атаковать. Смотрите, он разгоняется, что ли? Или он нас боится? Но! Чик-чик, кто кого? Подожди, непонятно. Да, мы его распилили. Круто. Я открыл новый скин для наших пузырей. Это у нас премиум. Теперь у нас кошки будут вместо шариков. Ну что ж, цыпленок за рулем. Вместо шариков кошки, это довольно прикольно. Давай мы с тобой здесь построим новый вертолет. У врага я вижу тоже пила какая-то. Ну что, давай больше брони. Вот на самом деле внизу у нас разные параметры. Я их не прокачиваю, но мы побеждаем. Игре немножко не хватает, ребята, сложности, согласитесь. Блин, ну всегда мы побеждаем. Вот, у нас еще есть пушка. Мне кажется, что враг в этом случае должен быть намного круче, чем мы, чтобы нам было тяжело его преодолеть. А мы просто можем даже на расстоянии держаться и по нему стрелять. Ладно, коль мы крутые и бронированные, давайте мы просто его затараним. Он хочет нам отпилить, смотрите. Так, сейчас я тебя отпилю. Иди сюда, все, пушки нету. Сейчас я ему днище распилил. Теперь давайте я сверху ему... лопасть отпилю. Он падает, я за тобой гонюсь. Я не спешу. Я знаю, что я уже победил. Я хочу тут аккуратно ему лопасть отрезать. Вот сверху. Давай, давай, приближаемся. Дыщ, да куда я попал? Почему он развалился? Вот наш крутой котик-свертолет. Открыл новый классический скин. Смотрите, теперь я какой-то супергерой. Я не знаю, может я Дэдпул, а может Супермен. Напишите в комментариях, кто это в такой прикольной маске. Но мы сейчас с вами полетим сражаться дальше. Против нас какой-то вражеский вертолет Крюк. У него есть и пила, и пушка. Ну что ж, Крюк, давай мы сейчас тебя уничтожим, потому что я супергерой. Я же воблер, я всегда всем помогаю. И у нас сейчас будет еще пушка одна. Вертолет из котиков или собачек. Я не знаю, что это за животные, но мы из них построили вертолет. Давай. Ух ты, мы котиками стреляем. Смотри, это пушка, которая стреляет лицами котиков или снаряды в форме котиков. На! Очень у нас крутые. Так, вылетаем повыше. Смотри, он хочет по нам дамажить. Но мы все уничтожили. У меня коварный план, я буду таранить сверху. О, лечу, тараню, давай, давай, поближе, поближе, у меня больше брони, я должен победить. Да, просто мы врага уничтожили. Мы здесь непобедимы. Мы скоро, ребята, дойдем до 20 уровня. Круто, мы здесь, конечно же, воюем. Давайте для начала откроем какие-то новые пузыри. А, у нас сундук. Мы сейчас можем посадить на вертолет топовый скин. Это у нас будет кенгуру. Вот, мы его нашли. Кенгуру сидит на вертолете. Как вообще кенгуру управляет этой вертушкой? Давай мы выберем какой-то из цветов. Самый дорогой, я вижу, это у нас розовый. Стоит 7000 золота. Ничего себе, даже фиолетовый. Непонятно. Вот у нас розовый классический, серый. А давайте что-то прикупим. У нас все-таки есть деньги. Этот скин стоит 3500. Зеленый. Я хочу его получить. Как раз кенгуру будет летать на нем. У врага всего лишь одна пушка. Дурилка 14. Мы вроде бы против него играли в прошлой серии. Ребята, кенгуру на вертолете. Такого вы нигде не увидите. Только на канале Воблер. Я в шоке. Кенгуру, как ты вообще управляешь этой вертушкой? Сверху мы ставим с вами пилу, которая будет все пилить, а снизу еще пушку.
Да мы реально круче, чем враг. Смотрите, у врага одна пушка, у нас три. Мы какие-то здесь читеры, непонятно почему. Давай, давай, мы просто можем за секунду с ними расправиться. Но я хочу, ребята, его немножко помучить, чтобы подольше по нему пострелять. У нас, кстати, ребята, пули или ядра, они вообще непонятно как летят. То есть не всегда у него правильная траектория. Иногда они летят вниз, видите? Иногда вверх. Вот как? Я же вниз пушку навел. Почему ядра стреляют вверх? Давай, приблизимся еще чуть-чуть. Давай, давай. Мы просто можем запилить. Я хочу ему пушку аккуратно отрезать. Чик-чик-чик-чик. Да пушку я хотел отрезать. Ай, блин. А я на пилота. Нечего связываться с кенгуру. Прям с Австралии я прилетел. Против нас дальше будет какой-то Долпин 1990. Ничего себе, а у нас зеленая кенгуру на вертушке. Смотрите, сейчас мы вот сделаем такой вот прикольный вертолет. Острый такой будет, раз. Здесь проходит, у него еще будет две пушки. Давайте мы снизу пушки тоже вот здесь вот как-то расположим. Вот можно вот так вот, чтобы пушки подцепить. Вот это вертолет. Внизу, смотри, для стволов. Здесь ствол у него будет. И еще здесь, спереди, а? Вот это у нас заряженная вертушка. Просто крутяцкая, вы посмотрите. Враг точно не сможет против нас противостоять. Нам главное держаться на расстоянии, потому что у него пилы. Он по-любому захочет сблизиться. А мы просто раз, ему пушку отбили. Я в шоке, я даже дамаг не прокачивал. Но так как у нас три ствола, у него один, мы его за секунду разматываем. Давай, кенгуру, тащи, бей. Давай, прям на него, дрыщ. Мы говорим, сдавайся, у нас миниганы какие-то. Я только что открыл новый скин, смотрите, сейчас у нас будет довольно интересный вертолет. Вам захочется съесть такой вкусный вертолет. Вот он, ребята. Здесь получается апельсинчик и еще что-то непонятное, но он красный, давай мы пушку подцепим. Смотри, какая вертушка у нас прикольная. Давай, атака пошла. Давай мы просто затараним вот так сверху. Чувак, я тебя не боюсь. Бабах, мы его просто разрушили. Я сел на него сверху и разрушил. Ребята, мы сегодня круто с вами поиграли. Мы открыли много новых скинов. Также у нас есть кенгуру за рулем. Даже получили премиум робота. Конечно, круто. Мы с вами открыли арбуз и мандарин или апельсин. Ты видишь, вертолет какой. Из арбуза. Я думаю, что в следующем ролике продолжим. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале. Подписывайся обязательно. И скоро увидимся. Пока.